Всех приветствую на своем канале. Сегодня очередное видео покупки из Ашан. Поехали. Так, одноразовые пеленки для взрослых. 10 штук, 60 на 90, 118 рублей. Я беру их для собаки, мне хватает на 2 недели. Поехали дальше. Вот такая губка для обуви бесцветная. Стоит каждый день 9 рублей с чем-то копейками. Попить все брали. Лайм мята. Очень классная такая. Оригинальный дизайн баночки стоит 27-28 рублей. Там разные вкусы есть. Так, взяли вот такие две зефирки на основной цене. Новогодний зефир глазированный. 10 рублей 25 копеек, что стоили. Так, взяла вот такую аскорбинку. Клубника, она 20 рублей, стоит 21. Вот такой появился новогодний шоколад. Шоколад горький, натуральный какао-продукт. Стоит 65 рублей. Интересно, кто это у нас делает? Сормовская кондитерская фабрика. Нижний Новгород. Вот. Но состав, я сразу говорю, не очень хороший. Лексин, ну ладно. Себе я взяла за 43 или за 45 вот такую новогоднюю шоколадку. Вот. Обычный шоколад классический делает. Это у нас... Ленинградская область. Пучок петрушки 30 грамм за 9 рублей. Вот, племянница купила вот такой на Новый год подарок. Набор для рукоделия, создания украшений, аксессуаров и вышивки бисер. Здесь, видите, несколько бисер разные. От 8 лет. Тут входит разноцветный бисер, канва, нитки, пластмасса и текстиль. Вот, срок годности 10 лет. Москва делает. Отличный подарок, если девочки любят у вас плести. Так, мужа взяла. Смотрела на шампуни. Взяла ему Timothy Man шампунь. Интенсивная защита от перхоти для всех типов волос. Ему один шампунь на год хватает. Хоть он моется, да, 400 мл. Ну, думаю, отлично. Приятный запах. Вот. Так, себе я взяла... Пропеллер, 24 часа, 3 в 1, гель, скраб, маска от прыщей с цинциндоном, раскрывает закупоренные поры, глубоко очищает кожу, снимает воспаление, предотвращает гиперкератоз и замедляет рост бактерий. Я не знаю, что это какое-то обострение, я не знаю. Именно вот в ноябре-октябре, а так вообще очень редко. Буду пользоваться. Я уже не первый раз беру, пропеллер отличный. Он стоил 100 с чем-то рублей. Так. Взяли вот такие конфетки. Вот так они выглядят. Называется Ёшкина коровка супер сгущенка. Килограмм 285 на 224 грамм на 63 рубля 87 копеек. Так. Муж все взял в облу. Как всегда, платва валенная. Я уже говорить даже ценник не буду про эти воблу уже. И каждый день эту же воблу. Сколько он ест, я не знаю. Вот, муж взял какие-то курасаны. Они вышли на 30 с чем-то рублей. Один, не знаю, на 30 с чем-то. Три курасана. Вот. Собаки взяли жевательные колбаски с говядиной. Решили другие взять вот такие. Так, ватные диски. 120 штук. 30 с чем-то рублей. Так, кошечки взяли Вискас и Феликс. Феликс по 19. Вискас по 15. Ну, я несколько пакетов взяла, я не буду говорить. Так, перец горошком у нас 25. Ароматная приправа Галина Бланка 26. Так, семечки от Мартина 37 вроде. И вот появились вот такие на Новый год, кому нужно. Миллион подарков. Вот такой вот магнитик. И еще брелочки есть по 29 рублей. И второй вот такой вот красота. 2017 взяли. Так, любимые наши конфетки. Конфетки детский сувенир, килограмм 351 на 216 грамм, 76 рублей. Так, захотелось Хайнц, соус барбекю, 65 рублей. Еще одной племяннице маленькой, ей 2 года с половиной, вот такой аксессуар. Браслетик и бусики. Вот. Муж себе взял еще попробовать какие-то конфеты. Конфета шинком. Короче, они с виски. Килограмм 318 на 112 грамм и 35 рублей.
Так, себе я взяла вот такую соль для ванны. Она морская, 900 грамм, 20 рублей стоит. Вот это вот биокрем пена для ванн подорожала. Теперь она стоит у нас 33. Я помню, раньше она 18 рублей стоила. Total Relax. Зелененькую никогда не брала, но попробуем. Вот. Как всегда, наш любимый кондиционер Е, 64 рубля. Взяла маме вот обереги для счастья к Новому году. Стоит он 28 рублей, что ли. Так, счастливый у нас стоит 30 или 25 рублей, не помню. Вот, Дарья 23 с чем-то. И журнал телепрограммы 23 с копейками. Так, порошок Дося 400 грамм сейчас 27 рублей. Антинакип не помню, но до 30 рублей она стоит. Не первый раз уже беру. Вот. Конечно, я еще взяла белизну, 13 рублей она. Молоко, 57. Так, ряженка, 57. Вот, муж начал покупать бутылки Кока-Колы, он там разыгрывается. Вот, 4 балла. Если собираете, то можно получить перчатки сенсорные. Черные и красные. Можно за 8 баллов всякие сувениры получить. Вот. И шарик за 26 баллов. Мы хотим перчатки. Собираем. Вот видите, Кока-Колу. Так, поехали дальше. Поехали. Так, собачки решила. Вот такие зубочистки появились для собак. Две косточки вот такие стоят 50 рублей. Если одна большая, тоже 50. Не знаю, вкусный, невкусный будет есть. Попробую. Так, сырок Александров у нас стоил 28. Так, чудо-пудинг 18. Так, тоже 18 с чем-то. Это 25, нежный. И тоже 25. Так, вот такую активи взяла с малинкой. Густая творожная йогурт 35. Так, ну, нежный, это понятно, у нас 12 с чем-то. Майонез московский провансаль, он стоит у нас 50. Так, корейская морковка рублей 80 или 100, я не помню, муж у меня брал. Вот, творог 26 тоже, 26, нежный 13. Взяли вот такие ушки. Хрустяшки с сахаром, килограмм 125, взяли на 38 рублей. Так, собаки взяли желудки на 100 с чем-то рублей. Белые яйца каждый день, 10 штук, 50 рублей стоили. Такие взяли ракушки, 500 грамм, 18 рублей. Так, взяли морковку, килограмм 18 рублей, мы взяли на 10 рублей. Так. Картофан, картошка, килограмм у нас стоил 28, мы взяли на 49. Так, взяли вот такую за 25 кильку в томатном соусе, 25 рублей. Взяли килька, балтийская неразделенная, делает Калининград, попробуем первый раз. Кто пробовал, напишите. Вот так она выглядит. И появилась, представляете, вот мы решили, нам уже надоело что-то есть, мы пришли на консервы временно. Вот, илинская говядина тушеная, тут 500 с чем-то грамм, вот, первый раз берем, думаем, хорошая. Вот, взяли сахар 41 рубль, так, сосиски папа может за 130 рублей, но мы их в суп, будем суп варить из них, просто нам уже надоело, и мясо, и все уже, и щи, и борщи будем делать, типа, такой суп. А, новинка. Взяли вот такие мюнхенские колбаски каждый день. Ничего такого в составе сложного не нашли. У нас вышло 130 рублей, вот 5 штучек вот такие вот. Видите, сколько я вам сегодня новинок показываю? Вот. Гавайская смесь, 2 пакета взяли по 39. Блинчики с мясом, у нас 6 штук, вышло на 30 рублей килограмм, 89. Так, котлеты у нас вышли свежесть на 143. Бедрышки на 150, скумбрии тоже 100 с чем-то.
Вот. Появились яблоки Антоновка, 47 грамм, мы взяли на 29 рублей, 122 грамма. Обычные яблоки на вес, 49 грамм, мы взяли на 51. Так, огурцы. Огурцы мы взяли короткоплодные на 93 рубля. Килограмм уже 117 рублей огурцы, представляете? Так, перец красный 162 на 428 грамм, 69 рублей. Помидоры какие-то не ась. Черри, кстати, подорожали, 60 рублей там стоят. Так, томаты розовые, 205 грамм на 502 грамм на 103. Так, бананы какие-то не ась, их были, но мы взяли немножко. Так, 59 рублей на 41 рубль, 702 грамм. Мандарины турецкие, как в прошлый раз, килограмм стоил 89, мы взяли на 80 рублей. И взяли вот три такие сахарные большие хурмы свеча, 112 грамм на 710 грамм. Вот, вот такую колбасу взяли, сервелат коньяк. Вот, вышла она, сейчас скажу вам, на 209 рублей, 385 грамм. Так что я вам все показала. Вот сейчас покажу вам чек. Ой. Круассаны, видите, по 12,95. Так что вот, мы всего набрали. У нас получилась сумма на 4456 рублей. Вот так вот. Так что это все на сегодня покупочки. Спасибо большое, что смотрите. Ставите лайки, комментируйте. Спасибо вам большое. Так что это все. Пока-пока.